сегодня клёва нет. У нас сколько? Игорь наловил. Бесполезно. Ждем, может чего-то и появится. Первого сегодня за день вытряс на блесенку. Уехали в берег, Гошу оставили. Не можем мы с ним тягаться, конечно. То ли руки кривые. Он на рате он и ловит, у нас ничего не получается. Гонку почти на стоячку. На камеру уже не хочется. Рыбалка скучная, погода сменилась. Конкретный ветер, снежные заряды. Народ есть, ловит. Видно, что не крупных суповичков. Свалился в лунку. А мне сегодня рыбы и не надо. Вытряс. Попробую на камеру поймать. На паузе клюет. Может, конечно, такое быть, что я один с лунки взялся и все. Капризный сегодня окушок. Гоша у нас, конечно, хорошо. Вот, подловил. Мы еще ездили осеннюю точку посмотреть. Там еще ниточка. Он за это время 8 штук. Одного такого грамм на 500, наверное, поднял красивого. Все, молодец. Нравится с ним рыбачить. Конечно, рыбу он сразу находит, в отличие от нас, ротозеев. Что говорить, опыт. Мы это что так, салаги. Не хочет на камеру. Вот такая козявка. Пойду отпущу его. Буду перебуливаться на другую лунку. Вот опять один взялся с лунки. И все. Буришь новую. И качать приходится. Сейчас, наверное, опять поедем в сторону русла. Гоша обещает вроде расклеваться. Может, там побольше окуня-то половим. На камеру. Оп. На камеру получилось. Не получилось. Сошел. Плохо одной рукой держать.
еще его закачать. Ну, мелкий, мелкий, очень мелкий. Долго-долго приходится трясти. Но все равно прикольно. Мне нравится. На мормыгу не хочу. Вот хочется все на блесенку. Хорошая блесенка. Тут местный мастер Коля делает. Реагирует он не на блесну, а чисто на подвеску. Ладно, пойду еще забурю ловночку. Да, народ кучкуется, может, выхода ждут. Покрупнее что будет. Ладно, продолжаем рыбалку. Еще одного вытряс на балансир. Если не замерзнет, отпущу обратно. Не беру я сегодня рыбу. Но клюет настоящую на длинной-длинной паузе. С ударчиком взял такой. Синяя рапала БСРК. Все, вот один ударчик был и все. Один слунки. Ждем выхода. Вот ушли на глубину. Еще одного поймал, одного выпустил. Это я сейчас тоже отпущу. Уже рыбалку заканчиваем. Я ловлю вон 50-граммовых. Гоша у нас ловит полукилограммовых. Но он говорит, какой балансир, такая и рыба. Выхода уже не будет, время второй час дня, пора собираться тихонько домой. О, теперь поймал, крайне поймал. Давай красиво его всех обловил. И всегда всех облавливает. Он в лунку плюнет, все, они идут на его слюну там. Нормально эти окуни все. А мы так мелочь собираем. Вот сегодняшний улов. Еще один выбился. Вот. Где тут самый? Вот. Вот красавчик большой. Сапог 44 размера сапог. Вот он такого размера. Вот такая кучка. Вот Игорь молодец. Наших тут парочка, наверное, штук от силы. А это все остальное его. Все, собираемся домой. Финальное фото и ссылки. Хороший, хороший клюв. Вот. Колька позирует. Едем домой. Кончилась наша рыбалка. Котику хватило покушать, игнорирует. Нет, все, сейчас примется за трапезу.
Ну что, в принципе, порыбачили хорошо. Спасибо Коле за транспортные услуги. Спасибо и Андрюхе, ага, за компанию. Вот, заправим сейчас собачку, почистим. И все. Всем пока. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик, ждите новое видео. Будем стараться снимать для вас почаще. Все, всем пока.